Оптимизация налогового режима позволит вывести на свет теневую экономику. Украинский финансовый аналитик, доктор экономических наук Эрик Найман высказался об идее, прозвучавшей в ежегодном послании президента Казахстана. Это очень интересное, очень правильное направление. Оно позволит экономике Казахстана стать гораздо более эффективным, потому что, ну, в первую очередь открывает инвестиционные возможности Казахстана для внешнего мира, а сегодня это очень важно. Тот, кто привлекает инвестиции, тот становится богаче. Это будет касаться и обычных людей, и бизнесменов, которые смогут работать в Казахстане.